Моя работа можно считаться, это новые технологии использовать для заличивания трещин в бетоне с помощью бактерий. Использовали мы три вида бактерий и питательная среда для бактерий. Это очень хорошая технология на будущем, потому что мы, когда, например, строим дом, допустим, мы и потом будет трещина в бетон, будем заличивать просто не внутри трещины, а эти технологии, которые использованы с помощью бактерий, это заличивают, они сами бактерии, когда проникает влага, начинаются работать и наблюдают кристаллы. И эти кристаллы будут заполнять эти трещины и, заличивать трещины. А наш университет – это мой маленький дом, можно сказать. Потому что уже я здесь 4-5 лет, и я не знаю, как потом буду жить там, в Ираке. Мне нравится здесь очень. Люди у вас очень добрые. Профессор – это самое главное. Профессор очень, они опытные.